озеленению в Бресте подготовились основательно. Ежедневно в самых разных уголках города появляются молодые саженцы. Порядка 100 уксусных деревьев и сосен ежедневно сажают работники Брестского мусороперерабатывающего завода. К работе на земле Виталий Корнелюк привык. У молодого человека есть свой дачный участок. А потому, узнав о проводимой акции, он был в первых рядах желающих облагородить и украсить прилегающую к заводу территорию. И для себя стараемся, то есть тоже приятно и на работу как бы ехать, и вот знать, что да, вот я это дерево посадил. То есть как бы приятно, да. И для будущего поколения тоже, и воздух чище. Настроение сегодня отличное, погода очень хорошая, как раз благоволит. Коллектив тоже у нас сегодня сплоченный, все работаем. Кстати, высаживаемые породы деревьев выбраны не случайно. К примеру, хвойные сосны чувствуют себя нормально в промышленной зоне при любом климате, а уксусные деревья могут соперничать со многими растениями не только по неприхотливости, но и красоте. Это немаловажный критерий. Акция не то что полезная, она просто необходима. Она необходима для того, чтобы действительно наш Брест был самым зеленым вообще на просторах нашей Беларуси. У нас люди активно очень включились в эту акцию, и они не по принуждению, а просто по желанию выходят и вот делают такое доброе дело. К слову, в округе Брестского мусороперерабатывающего завода засажены десятки гектаров. Но, несмотря на это, к акции «Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста» здесь присоединились с энтузиазмом. Озеленять и благоустраивать прилегающую к заводу территорию будут в течение всей недели.